Южноафриканский суд отложил на завтра принятие решения, выпускать ли под залог бегуна Оскара Писториуса, обвиняемого в умышленном убийстве своей подруги Ривы Стинкамп. Судья отметил, что считает преступление чрезвычайно серьезным. Прокурор настаивает, что Писториус убивал хладнокровно, по заранее продуманному плану. Показания подсудимого зачитал адвокат. Сам спортсмен не совладал с эмоциями и в очередной раз разрыдался. По версии Писториуса, вечером они с Ривой легли спать, а среди ночи он вдруг проснулся и заподозрил, что в ванной грабитель. Спортсмен утверждает, что получал угрозы в свой адрес, поэтому хранил в спальне оружие. Из этого пистолета он 4 раза выстрелил через дверь в ванной. Когда же осознал, что Ривы рядом нет, схватил биту и выломал дверь, и девушка умерла у него на руках. Сегодня ее похоронили в родном городе Порт-Элизабет.